торопись. Подай газку. Кирк на связи. Вы живы там? Я полечу к носовой части. Давайте бегом. Давай, почти добрались. Ребята, бегом! Пока не о ней думай. Ранее в откровениях. Не двигаться! Она пытается активировать механизм самоликвидации корабля, чтобы уничтожить улики. Видимо, моя подающая надежды помощница сделала финальный ход. Итак, теперь вам все понятно. Джессика! Прости, Паркер. Увидимся. Паркер. В данный момент эвакуация невозможна. Пока остаюсь в небе. Фокусник, конец связи. Что они сотворили? Мы справимся, Крис. Повторяю, не могу к вам подлететь. Справитесь с этой тварью. Целься в паразитов. Их надо уничтожить. Имеешь в виду, что этой огромной хренью управляет паразит? Охренеть! И что нам делать? Я сбросил вам патронов.
все кончено? Вы оба невероятные. Я сброшу вам лестницу. Забирайтесь. Погоди, с этой тварью нужно покончить. Согласна. Готов, Крис? Отсюда его не достать. Подлети ближе. Не могу, слишком опасно. Доверься мне. Стреляй, Джилл! Тварь сдохла. Народ, у меня для вас подарок. Держите. А ты знаешь, как угодить даме, Кирк. Целься в пасть.
и настал конец для Земли. Это я. Как вы там? Уже в пути. Но без Паркера. Джессика подорвала корабль. FBC, вернее, Морган, все время был на шаг впереди нас. Да, понимаю. Боюсь, что все это было ошибкой. Моей ошибкой. О, Брайан, выкладывайте все на чистоту. Ну ладно, все началось год назад. Именно там, в Тарагриге. Что, в аду? Ага. Тут его называют Тарагриги. Это здание долго не протянет. Верно. Давай доберемся до командного пункта. О! Тут еще и охотники! Надо поспешить, иначе штабу хана! Сэр Лэнсдейл был прав. Да, босс давно настаивал на расширении полномочий FBC. Именно о подобных ситуациях он и хотел предупредить мир. После такого все точно задумаются об угрозе биотерроризма. Неплохая рекламная кампания получилась. Ну да, может, мировое сообщество наконец поймет намек. FBC ждет нехилое расширение. Реймонд! Джессика, помоги ему! Поняла. Да сколько же тут этих тварей? Их всех надо перебить, если мы хотим спасти курсанта. Последним. Все отлично, я в норме. Ты ранен. Не строй из себя крутого. Ладно, сам он идти не может. Паркер? Был же приказ эвакуироваться. Но я же могу сражаться. Не убедил. Хватайся за меня и вперед. Уходить нельзя. Тут еще остались гражданские. Мы должны хоть попытаться. Нас слишком мало. Нужно перегруппироваться. Как несколько десятков человек смогли провернуть такое? Кто их вооружил? А еще это биоружие. Эти террористы должны за все ответить, зараза.
Черт! Опять они! Все нормально! Я выиграю для вас время! Оставьте меня тут! Слишком ты молод, чтоб герои себя корчить. Хоть погоны заслужи, помереть успеешь. Паршиво. Много крови теряешь. Ему вообще лучше не двигаться. Нужна первая помощь. Тут должно быть безопасно. Медблок на четвертом этаже. Мы можем там найти, чем перевязать парня. Сейчас вернемся, курсант. Никуда не уходи. Все будет хорошо. Ладно, Паркер, пойдем. Паркер, тебя не изменить, но не слишком ли ты строг новичку? Ты про Реймонда? С такими, как он, и надо построже, а то никогда не повзрослеют. Ладно, сдаюсь. Эти мужчины со своими детскими играми. Да когда же это закончится? Плохо дело. Они так два счета до командного корпуса доберутся. Медблок должен быть где-то здесь.
Вот, нашел. То, что нужно. Как временная мера сойдет? Что от этого пацана будут только одни проблемы. Не надо на нем срываться. Это не его вина. Черт, меня окружили! Не знаю, смогу ли я... Слушай меня, курсант. Сегодня ты не умрешь. Приказываю тебе выжить. Мы на подходе. Молодчина! Предоставь это нам! Сейчас увидишь, как работают профессионалы. Отлично. Все живы-здоровы. А теперь подлатаем нашего юного курсанта. Как твоя рана? Ну ладно, курсант. Теперь за тобой должу. Эй, я понимаю тебя. Справедливости жаждешь. Но давай без геройства. Ты же так весь отряд погубишь. Да. Добро пожаловать в реальный мир. Понял, сэр. Хорошо. Должно полегчать. Идти вроде бы могу. С нами пойдешь. Лифт к командному центру уже рядом. Ты сможешь, курсант? Я разберусь со всем, что встанет на нашем пути. Thank you.
Сам идти сможешь, курсант? Я разберусь со всем, что встанет на нашем пути. Ты о чем? Сами подумайте. Это биооружие. Его доставили и выпустили очень профессионально. И как у них получилось обойти разведывательную сеть FBC? Ничего не сходится. Если, конечно, это не чей-то замысел. Курсант, ты выходишь за рамки. Мы тут, чтобы урегулировать ситуацию, а не расследовать ее. Я же логичные вещи говорю. Боже ты мой, тут повсюду охотники. Командный пункт уже рядом. Следи, чтобы курсанта не пришибли. Я знаю, что тебе больно, курсант, но не отставай. Парень еще не добрался. Прикрой его. Курсант, спрячься в командном пункте. Мы тут сами справимся. Есть, сэр. Уже бегу. Охотниками покончим. Уж я надеюсь. Пойдем в командный пункт. Да, я понимаю и слышу тебя прекрасно. Это замечательные новости. Все в полном порядке.
Хорошо тебе допраздновать на королеве Дидоне, Норман. Морган, ты хотел подстроить вспышку вируса на нашем корабле. Да, поимел ты нас. Я не закончил. Для вас есть еще одно применение. Корабль является контролируемой средой для ваших мутаций, данные которых послужат благой цели. Смелость твоих эгоцентричных амбиций впечатляет. Меня всегда тошнило от этих ваших американских выдумок. Это я приму за комплимент. Мы знали, что ты можешь стать для нас помехой. Поэтому сохраняли видеозаписи всех переговоров с тобой. Если люди их увидят, твоей жизни конец. Поступай, как тебе угодно. Запуск спутника разрешен. Он полностью истребит новый вирус. Подонок! Ты вскоре будешь приведен в то место, где, узрев ответ воочию, постигнешь сам, чем воздух возмущен. Но как ты? Джессика сбежала. У нас почти получилось. Слушай, Рэймонд, прости. Ты был прав. Все это время. Слава богу, хоть кто-то понимал, что происходит. Не будь так строг к себе, Паркер. Теперь моя очередь тебя спасать. Давай. Пора выбираться отсюда. Вот это настрой, курсант. И укрытие в горах, и координирование кораблей. Все, чтобы Морган засуетился. Но, сэр, вы могли хотя бы нам сказать? Пока в BSA был шпион, я не мог рисковать. Простите меня. Столько сил ушло. А потом и Зенобия, и Семирамида. Да, знаю. Но я еще не сдался. Кит и Квинт, они оставили нам туза в рукаве. Помните данные, которые они передали? Их проанализировали. Ну, и что же в них было? Мы думали, что в панике на Серой Земле Вальтро использовала два однотипных корабля. Но был и третий корабль. Последние короли. Ранее, в Откровениях. О'Брайен, выкладывайте! Все на чистоту. Все в полном порядке. Хорошо тебе допраздновать на королеве Дидоне, Норман.
Рэймонд понял, что Морган не тот, кем казался. И вот мы вместе поставили этот капкан. Весь спектакль с возрождением Вельтра. И укрытие в горах, и координирование кораблей. Все, чтобы Морган засуетился. Но я еще не сдался. Кит и Квинт, они оставили нам туза в рукаве. Последняя королева. Да, королева Дидона. С того дня она все покоится на дне океана. То есть мы найдем ее? У Тирагриги. Именно. На нас лежит ответственность завершить эту операцию. О'Брайен, конец связи. FBC, никому не двигаться. Вы все поднять руки вверх. Медленно. Морган Лэнсдейл. Этот спектакль окончен. Отныне BSA будет подчиняться непосредственно FBC. Клайв Р. О'Брайен. Вы арестованы за сотрудничество с террористической группировкой Вельтра. Крис, Джилл, я надеюсь на вас. Вот она. Павшая Терагриги. И королева Дидона. Вот она, королева Дидона. Третья королева.